Появилось сообщение, якобы силовиков, я прошу прощения, плохо вижу, таджиков задержала служба охраны президента по последней информации. Как тебе такое нравится? Ну, возможно, почему нет? Служба охраны президента, во-первых, есть представительство на местах, вот, хотя, честно говоря, выглядит это совершенно странно. Это не относится к функциям службы безопасности президента, Федеральной службы охраны. Значит, у нее другие функции. Ее функция охранять главных лиц и места их пребывания. Я не представляю себе, что Путин оказался где-то в Брянской области, и штурмовики шли туда. Террористы двигались. Просто всех бросили, как говорится, всех, кто может держать оружие, мобилизовали на поиски этих самых террористов? Не, ну их же не широким веером преследовали. Я так понимаю, что машина, на которую они ходили, была известна. Дальше включили все средства наблюдения и вычисляли машину, в какую сторону она движется. Кстати, стоит отметить, что теракт произошел совсем рядом со столицей Московской области, которая находится в Красногорске. Ну, да. Прямо под носом. Прямо под носом. Но вопрос, многие сейчас спрашивают, нас хотят убедить в том, что они вот такие идиоты, что вместо того, чтобы разбежаться на четыре разные стороны, они сели в одну машину и поехали в сторону не границы, а в сторону фронта. Какая там граница сейчас между Россией и Украиной? Там сплошная линия фронта, где идут боевые действия. Где, ну, деревьев. В хаосах? Да не, ну там военных не так много, ну, там пограничники есть, конечно. Вот. Но в хаосе боевых действий, да еще когда есть вылазки с обеих сторон, да, просочиться легче. В этом смысле версия о возможном коридоре у меня, как бы, для меня кажется, вполне вероятной. Вот. Нас хотят убедить, кто-то пишет, что плюгавые гастарбайтеры без документов купили на базаре автоматы и пошли расстреливать Крокус, а потом сели и убежали. Ну, во-первых, тут давай сразу скажем. Для того, чтобы перейти линию боевого соприкосновения, коридор нужен с двух сторон. С одной стороны и с другой стороны. Да? Если мы говорим о наличии... Если Путин говорит о наличии коридора с украинской стороны, почему бы не предположить, что кто-то подготовил коридор с российской стороны? Это раз. Во-вторых, ну кто сказал, что они плюгавенькие? Может, они не такие уж плюгавенькие, потому что, в общем, они обращались с довольно современной техникой. И ничего у них не заклинивало, и оснащены они были, в общем, ну, так сказать, по полной программе, с запасом боекомплекта, со средствами, значит, воспламенения. То есть серьезная подготовка была. Вот. Она, судя по тому, как быстро их задержали, была далеко не идеальна. Отход был действительно выполнен, ну, видимо, в непонимании того, насколько сейчас все подконтрольно. Uh-huh. Вот. Ну, сомневаться в том, что задержали этих убийц, основания нет, они сами дают показания. Задержали, что называется. Это напоминает мне анекдот про 1937 год и... Не надо путь. Когда дают показания боевики, да, это все-таки люди, которые тренированы держаться хоть какое-то время. То, что расколет раньше или позже любого, это мы понимаем. Но хоть какое-то время могли держаться. Ну и потом машина та же. Значит, некоторые были при стволах. То есть, ну, я понимаю, что в таких случаях всегда можно высказать огромное количество сомнений, подозрений. Но, откровенно говоря, мне кажется, что они действительно очень примитивно отнеслись к проблеме отхода. Вот. И пытались просто, что называется, на скорости оторваться. Но Россия-то она большая, тут как-то не мчись, а все время потребуется много. Вот. Поэтому и не удалось. Но то, что они до Брянской, кстати, области доехали, уже говорит о том, что они были близки. Там оставалось километров 100-150, наверное,
того места, где они могли укрыться. Тогда все вместе пошли на одной и той же машине, даже не удосужившись ее поменять, не подготовив это. С отходом явно были проблемы. Вопрос, который многие задают, а почему, собственно, показывают этих задержанных, как они дают показания, показывают оперативную съемку их допросов, раскрывают их лица. Многие говорят, что с точки зрения там, правил проведения подобного рода операции, это грубое нарушение. Ну, это, конечно, я согласен с такой оценкой. Обычно ты стараешься до, по крайней мере, на первом этапе следственных действий все держать при себе. Потому что ты сразу выдаешь, кого задержали, поднимаешь их пособников. Ну, там, говорят, 7 человек пособников уже задержаны. Пособников, не пособников, просто рядом стояли. Там вот. Это всегда в таких случаях закидывается широкий и частый бредень, и в него попадается и много невиновных. Поэтому надо отфильтровать одних от других. Вот, но я обратил внимание, как сразу обрели. Там одного прямо видно, как с кожи бороду снимали. Вот, для идентификации, видимо. Ну, паника. Паника, потому что провал огромный. Надо как-то общественное мнение успокаивать. С одной стороны, общественное мнение успокаивать, а с другой стороны, общественное мнение готовить вот к тем мерам экстраординарным, которые, видимо, сейчас обсуждаются и готовятся в Кремле. То есть надо возбудить народную ненависть, надо возбудить, ну, хотя ненависть и гнев-то уже там террористам возбудили. Чего уж там, горящий крокус и вид людей, которых расстреливают в упор. Это, естественно, вызывает соответствующую реакцию. Вот. Но это все вот сочли нужным показать, чтобы продемонстрировать, как быстро поймали какие-то негодяи. Вот. По-прежнему очень многих, в том числе и тех, кто нам пишет, некоторые пишут возмущенно и вообще тебя чуть ли не лжецом называют. Извини. Ну, ты процитируй просто, прочитай, хоть будет понятно, о чем речь идет. Сейчас. Севастьянов лжец, пургу несет. Он хочет нас убедить, что мы идиоты. Вам потлатого веника только третьим не хватает. Пока хрень. И этот клоун был руководителем ФСБ, сидит и пересказывает нам сказки с 10 канала. Я не знаю, что за 10 канал, честно говоря. Но, в общем, как бы многие с тобой не согласны и намекают на то, что все это постановка, что предъявили нам, условно говоря, каких-то первых попавшихся таджиков просто для того, чтобы их предъявить. Как всегда бывает. Я могу сказать, так всегда бывает, и всегда на таких событиях вестуют конспирологи. И, как ты знаешь, 11 сентября стало тоже причиной для многих конспирологических идей. Я в данном случае даже не осуждаю этих людей, да, потому что ну, умственный уровень недостаточен для того, чтобы понимать всю гамму возможности, да, им хочется видеть только одно, что коварная ФСБ вот взяла, все организовала и умышленно всех убила. Есть возможность для таких суждений? Есть. Теоретически, мы с тобой сами говорили, что само использованное слово «шантаж», оно такую версию предполагает, поэтому ее сбрасывать со счетов тоже нельзя. Мы же еще не знаем, какую информацию позднее публикуют на Западе, что они отдали российским спецслужбам. И, возможно, по мере того, как в России будут врать все больше, они будут выкладывать новые аргументы, которые будут это вранье пресекать. Вот. Но вполне возможно и другое, да, что действительно группа
бойцов, завербованных ИГИЛом афганским, она организовала этот теракт. А проблема сразу возникает, зачем? Вот что афганскому ИГИЛу от этого теракта? Вроде в Москве его принимают, отношения в принципе, ну, не то что хорошие, но какие-то, ну, уж по крайней мере с Россией у ИГИЛа не хуже отношения, чем со многими другими. Да? Вот. И зачем ему устраивать эту демонстративную казнь в Москве, совершенно непонятно. То есть брать вот в изолированном виде и пытаться понять, вот, почему именно ИГИЛ устроил в Москве такие мероприятия, довольно сложно. Но вот представьте себе, что кто-то купил бойцов ИГИЛ для того, чтобы они провели эти мероприятия, это вот вполне возможно. Я еще раз повторяю, что мы не сбрасываем никакие возможности, пока не отбрасываем, потому что всякое может быть. Но что мы имеем де-факто? Мы имеем де-факто людей, которые приехали на машине к Крокусу, выйдя из машины, сразу еще с улицы открыли огонь, ворвавшись в Крокус, тоже продолжали убивать людей, подожгли здание, выскочили из него, сели в машину, уехали. Маршрут движения машины был отслежен. Машину догнали, остановили, людей задержали. Значит, вот, это факты мы не сбросим со счетов. То, что это все четыре человека, сидевшие в машине таджики, мы не сбросим со счетов. Это факты. А мы не сбросим со счетов и другое, что они уходили к украинской... к Украине, в сторону Украины. Факт, факт. Мы не сбросим со счетов слова «шантаж» на коллегии, сказанные Путиным. Мы не сбросим со счетов то, что серьезнейшую информацию они получили еще за две недели, я имею в виду спецслужбы России, за две недели до того, мы тоже не будем забывать. Все это пока ставит огромное количество вопросов, а с ответами я бы не стал спешить. Но то, что человек говорит, не делайте из нас идиотов, ну вот по отношению к нему и делать ничего не надо. Но сидит такой идиот и что-то пишет. Ну вот смотри, я просто процитирую несколько сообщений разных. Вот есть такое агентство АМАК. AMAQ на конце. Вот, это агентство, аффилированное с ИГИЛом. И вот оно сообщает, что подтверждает ответственность группировки за нападение на Крокус Сити Молл. Да, говорит, но, по-моему, там нет мотивов нападения. Там, по-моему, нет мотивов нападения. В этом, я знаю об этом сообщении, но там, по-моему, не говорится о мотивах. Ну, о мотивах высказываются только предположения. Например, я сейчас... Нет, в этом сообщении АМАКа, по-моему, речи о мотивах нет. Речь идет о том, что они берут на себя ответственность. Теракт «Месть России за борьбу с исламским государством», пишет вот это вот самое агентство АМАК. Ну, не знаю, какая-то борьба с исламским государством. То, что на границе Таджикистана тормозят их, ну, не знаю... Как-то, ну, может быть. Опять-таки, мы сейчас не можем отрицать ни одной версии. То, что да, то, что агентство ИГИЛа взяло ответственность ИГИЛа, признало ответственность ИГИЛа за теракт, да, такой мы имеем. И надо сказать, что это нет оснований считать, что это агентство работало под диктовку ФСБ или СВР. Вот я просто цитирую основыченный текст. 20 марта боевики ИГИЛ предприняли скоординированную атаку на большую толпу христиан. Это самая жестокая атака за последние годы. Четверо нападавших были вооружены пулеметами, пистолетами. Ну, под пулеметами они, очевидно, имеют в виду автоматы. Здесь неточный перевод. Ножами и коктейлями Молотова. Трое из них открыли стрельбу по людям в зрительном зале. Четвертый поджег помещение. АМАК называет теракт местью России за борьбу с исламским государством. Ну вот,
Их за язык, что называется, никто не тянул. Вот они. Вот. Но при этом... Тогда при чем тут Украина? Да? Сразу нехорошая для России версия, дефективность. Это плохая новость для России, потому что это освобождает Украину от ответственности. А российскому руководству очень бы хотелось переплести Украину к этому теракту. Ну вот телеграм-канал «Бриф», российский телеграм-канал, который в целом, в общем, занимает, скажем так, нейтрально-провластные позиции, от нейтральных до провластных, пишет, что это моя оценка, с ней могут не соглашаться другие, не в пользу того, что за терактом стоит исламское государство, говорят все остальные факты, абсолютно не характерные для группировки. Предложение совершить теракт за деньги, схрон с оружием, подготовленный третьими лицами, бегство в сторону границы с Украиной. Кроме того, сам теракт был тщательно спланирован профессионалами и, судя по видеодопросам, не его исполнителями. И указанные факты говорят о том, по мнению Бриф, что, скорее всего, действовало не исламское государство, а какая-то спецслужба, которая решила провести операцию, что называется, под чужим флагом. Это неправильно. Убедило это высказывание состоит из ошибок. Исламского государства. Все это высказывание состоит из ошибок. Во-первых, ни одна крупная операция не планируется теми, кто ее исполняет. Это вот какой-нибудь там убийца-одиночка, какой-нибудь шакал из книги Форсайта, да, он может работать в одиночку. А так вообще любую операцию планируют одни, потому что они имеют доступ к развединформации, а осуществляют другие, кто специально на это тренирован. Значит, организация схронов, ну, это универсальный способ. Я могу напомнить Нордос, там, кстати, была одна очень пикантная деталь, о которой не люблю говорить, но там схрон был организован заранее. Вот. То есть... Все, что там делать, делалось, в общем-то, по канонам. А если уж говорить об ИГИЛе, то я хочу напомнить, что там огромное количество высокопрофессиональных специалистов, некоторые из которых, кстати говоря, и в России, и в Советском Союзе еще тренированы были, которые могут планировать такие операции, и операции гораздо более сложные, чем это. Да, в конце концов, выбить американцев из Афганистана – это... Не бабушки там, дрова поколоть. Нет, это все пустая аргументация. Не надо, может быть, сейчас вестись на слухи. Вот надо внимательно смотреть на факты. Факты, мы говорили с собой уже многие. Да, да, таджики, да, там, агентство АМАК признало ответственность. Да, значит, Россию предупреждали, да, она ничего не сделала, да, уходили в сторону Украины. Все эти факты есть, да. А что на это навешивает? К вопросу об уходили в сторону Украины. Ну, не в сторону Таджикистана, им уходить, согласись, там расстояние совсем разное. Да, если бы они поехали в сторону Казахстана. Ситуация имеет значение расстояние, если бы они, предположим, сели бы на другие виды транспорта, и каждый... сам по себе двигался бы куда-нибудь, ну, не в сторону Таджикистана, но в сторону Казахстана, где огромная граница. А можно было заранее подготовить лежбище и уйти отлеживаться туда месяц, да, зарыться так, в песок. Можно, да? Да, то есть по-разному это делалось. Но вот мы с тобой уже говорили, что их отход был самой слабой частью операции. Все продумано было хорошо, кроме отхода. Ну и отход-то почти удался. Если их задержали в Брянской области, значит, он почти удался.